посетить московский автосалон в этот раз непременно стоит. Как всегда в четный год у него международный статус. По паспорту на выставке аж 2 с лишним десятка мировых премьер. Афиша громкая. Тут и первый показ обновленного суперкара Audi R8, и модернизированная семерка BMW, и внедорожник Mercedes GL в версии AMG, и даже самый быстрый в истории Bentley. С этими машинами грех не сфотографироваться, но все-таки разглядывать и щупать новинки с прицелом под себя обычно идут к другим машинам. На что посмотреть в этот раз? Начнем с того, чего мы, к сожалению, так и не увидим. Российский рынок для производителей, судя по всему, остается просто большим рынком. Вести к нам заглавные премьеры спешат немногие. Новый Renault Logan, хэтчбэк Skoda Rapid и бюджетные седаны Peugeot 301 и Citroёn C4. Разве эти машины оказались бы в России менее интересны, чем в Западной Европе? Однако их премьеры отложены до парижского автосалона. Зато гвоздем шоу в Москве стала новая Lada. Это концепт-кар X-Ray, который создан под началом нового вазовского шеф-дизайнера Стива Маттина. Кстати, прежде чем увидеть машину, советуем прочитать историю о том, как рождался X-Ray. Наш репортаж с дизайнерской кухни автоваза можно найти на официальном сайте Авторевью.